Друзья, прикиньте, урвал 5 полтинников, по-моему, даже по годовку, за 1000 рублей. Друзья, всем привет. Ну чё, мчим на Салтыковку. Вы проголосовали за Салтыковку, сколько там, 100 человек, по-моему, проголосовало. Там 50 с чем-то процентов за Салтыковку. Погнали. Кстати, друзья, мне сказали, что в переходе тоже торгуют. Сейчас зайдем, обязательно покажу вам. Правда, не знаю, как там будет с освещением. Ну, в общем, посмотрим. Бабушка продает по 20 рублей медали. Ну, это от родственника, что ли? Это от родственника, да? Да. Какая-то атмосферка. Друзья, прикиньте, урвал 5 полтинников, по-моему, даже по годовку, за 1000 рублей. Еще. Сейчас попробую их тут же продать. Здорово. Приветствую. Возьмешь полтинчики? А почем ты? Ну, по 450. 21, 22, 24, 25, 26. Разные вещи. Да, слабовато. Вот, попробуй к Валерию подойди. Ну, 450 нормально? Нормально. Такие нормальные. Не, они, да, нормальные. Получше 600 рублей. Я понял. Да, держи. Обои. Полтинчики не возьмешь? По чем? По 450. Вон Валер пойдет. Глянь. Что хотите? 450 денег. За каждый. А сколько штук? 5. 21, 22. 450 на 5. Сколько получается? 2250? Да. Его нет. Даже не стал смотреть. Там вот, кроме 23, по 26. Хорошо. Держите. Спасибо. Вот, друзья, прикиньте, купил за 1000 и сразу заработал еще 1250. Нормально, да? Цыганское золото. А скажите, почем вот этот? Машинка чья-то. Плесла вообще прям. Женщина, а это ваша машинка? Почем? Девчонки, Леша, машинка не твоя, да? Нет, это... А сколько, не знаете, сколько? Вот она где входит. Вот девушка, спросите. Вот не знаете машинка сколько? 200 рублей. Угу. Она старая, говорите. Под реставрацию, короче. Нет, серебро-золото нет, бижутерия. Серьги, кольца, разные цены. Цыганское золото, да? Не знаю, не цыганское. Обычно для порядочных людей золото, не для цыган. Не, я говорю, цыганское. Это сушить ботинки. Если будете брать, я уступлю. 150 рублей. Я подумал. Одеяло пуховое не надо? Девушка, хрусталью не хотите, девушка? Тройной одеколон, шифр. Полтинников нету наших? Дешевый свитерочек. Нет, здесь все иностранные. Ага. Тройной одеколон, шифр. Термо.
8,5 размера, 8,5, кажется. Какую цену? 150. 150 это тоже, да? 150. Я не зажигал бы. А вот этот сколько? 150. Пиздеч. 800 рублей. Хороших ты нет часов там? Слава. Нет, разобрают такие. А там сразу разобрают. Что стоит это? 100 рублей. Не барахолка 7,87. Есть. Так и есть, да. Ну, я понял. Смотришь? Да, не знаю, а я в Железке его кучно живу, смотрю. Так, ты же недавно стал выставляться, да? Ну, смотря где. На Ютубе давно, а я сейчас на Яндексе. А на этом как его? На Дзене? На Дзене, ага. На Дзене, да, месяц я такой. Да, смотрю, так, не понял, так, ага, понял. Где наш парень здесь. Ну, я сам тоже, как его, и копатель, и как его... И барахольщик, и копатель, этот, как его, и коллекционер, с магнитом, да? И магнитом, все, да, у меня. Они только вышли, магниты, я сразу калужский купил, заказал, пришел, вот. Ну, что там, блин. Ты что-нибудь вытягивал, интересно? Да, вытягивали, ну, вытягивали. Вот, что там народ спрашивает. Почем? Ну, гирьки. Ну, по ценам скажи. 600, 500, 400, 300. А, нормально цен. Вот, орел, да? Там какая черня есть, я до конца. Ну видно, что орел это. Не чистый. А топоры? Причем? Топоры по 300. По 300? Нормально. Да нормальная цена. Цена вообще адекватная. 800. Ну они советские, да, все? Нет, советские, конечно. Угу. Ну тоже китайские не торгуют. Не, я имею в виду, может, царские. Нет, я же находил там царские. Нет, это не царские. А вот эти почему? Вот та более старая, вот. А с этой маркировка мастера, вот где львы, угу. С обратной стороны маркировка мастера, но этой нету. Самой об решетку. Угу. А вот это сколько? Ну это все вот эти по 2000. Там вот есть шикарная, вон, посмотри. А, целый, да? Да, даже целый. Это вообще недорого. Нет, все это рабочие. Угу. Сколько? 500 рублей максимум. Вот это двушка. Да, это здорово, хорошая. А этой нету, да? Да это найти. Утюги что, по полторы, да, такие? Да нет, от штуки до полутора. Ага. Все рабочие. Ты их что-то реставрировал, да? Да, красил? Да. Ну какие-то покрасил. Сейчас уже перестал красить. Привет. Дело в том, что просто почистил. Новые все потом. И потому что когда здесь стоишь, дождь, они ржавеют. Ага, да. Да не, ну в принципе народ любит такие именно вот. Не, это кто как. Кто куда, да? Кто как. Да, кто шкатулки делает. Приходишь, говоришь, вот у меня есть такие, я отреставрирую, без ручки. Шахтер. Прикольно. Шахтерские, но переделанные уже под электро. Класс. Все чисто от шахтерской керосин. Вообще шикарно. Сколько? 900 где-то рублей. Сходи в гости. Включаешь, и там уже внутри лампочка сделана. Тут даже родное стекло, фитиль горит до первой, если начинает повышаться внимание, а если уже выше верхний риск, туши все и убегай.
4000, да? Да. Тут прикольно. Это родное все, да, с этим? Все с ножнами. Ага. На ножных нет там никакого? Тоже, да, клеймо. Нет, она просто рабочая. Угу. Интересно. А сталь какая, не знаете? Вот она сталь. 110 на 18. 110. Это маркировка стали. Друзья, ну, снимать особо было нечего. Что-то в основном одежду продают. Вот, ну, барахолочка, я считаю, все равно удачная. Как с монетами получилось, вообще нормально. Не знаю, сейчас время еще, в принципе, рано. Сейчас, наверное, поеду на вернисаж, чтобы на неделе еще выпустить ролик. На Первую мировую. Первый, пила, да? Пила была спиленная. Угу. А почем? Ну, 5. Угу. Прикольно. В таком состоянии это болото, что болото? Нет, это складские. А, это складские. Это утилизация, вот такие, они были изначально. А, понял. Это ручки изначально. С болота не будет такого, да? С болота такого нет. Ну а ты ставь лайк, подписывайся, если не подписан. Всем пока!